Я поздравляю всех дачников с праздником, с Днем дачника. У меня мама дачница, у нее свой огород. Вот, периодически мы приезжаем к ней, вот, тоже работаем. Ну, труд красит человека, дача – это для души. С детских лет я работал на даче, у родителей всегда была дача, вот здесь, на Добролюбово. Дальше. И вот в жару в 50 градусов я всегда шел полоть огород, загорал, там было хорошо очень. И это приносило большое удовольствие, потому что ты и трудишься, и все время под солнцем, и всегда можно поесть свои какие-то овощи, фрукты. Мы здесь у бабушки с дедушкой отдыхаем, вот, и мы вот запланировали поехать на дачу с завтрашнего дня. И мы хотим поливать, тяпать, вот, всем хорошего настроения пожелать, как бы, дачу, потому что это очень весело, здорово. Было бы неплохо, конечно, иметь дачу, какие-то садовые деревья. У меня этот огород уже вот тут стоит, если честно. Надоел этот огород мне уже, в доску. Трава с весны до осени. Поздравляю всех дачников, всех своих соседей с праздником. Желаю им всем здоровья, и еще раз здоровья и здоровья. Чтоб все было хорошо у всех и везде. Чтоб все росло, благоухало, чтоб все было прекрасно. У моих друзей есть дача, я тоже хотела бы дачу. Есть малину, клубнику, вишню, персик, абрикосы. Поздравляю всех дачников, это замечательное занятие. Приносит не только заботы и хлопоты, но и здоровье. Я сама, конечно, не дачница, в силу своей специфики деятельности. Да не знаю, может быть, еще время не подошло мое. Хочу всех поздравить, пожелать здоровья, потому что кто занимается физическим трудом, во-первых, труд облагораживает, во-вторых, это прибавляет здоровья людям, жизненной энергии. А еще желаю, чтобы в ближайшее время заработала паромная переправа. Это очень важно для наших дорогих, уважаемых дачников.